Новоспасский монастырь основан в конце 15 века Иваном III как загородный монастырь на новом месте. Отсюда его название. Новым он был по сравнению с кремлевским монастырем Спаса на Бору, который Иван III упразднил при перестройке государева дворца. Прежний монастырь Спаса на Бору был усыпальницей женщин великокняжеского рода в XIV веке. Новоспасский монастырь отчасти сохранил эту древнюю функцию. Сохранил благодаря тому, что в XVI веке стал усыпальницей бояр Романовых. Когда в XVII веке этот род воцарился, монастырь фактически стал царским. Спасо-Преображенский собор, крепостные стены и другие древнейшие постройки монастыря восходят к последним годам царствования Михаила Романова и первым годам царствования Алексея Михайловича. Первые цари новой династии выстроили свой фамильный монастырь в камне. К концу царствования Алексея Михайловича, 70-е годы 17 века, относится комплекс трапезный, целый конгломерат построек. Во-первых, Покровская теплая церковь. Это она обращена алтарями к святым воротам. В 17 веке, правда, алтарь был один и главка одна. Храм расширен и перестроен в 19 столетии. Трапезная. Три одностолбные палаты, стоящие одна над другой. Верхняя является сейчас частью Покровской церкви. Действующая трапезная помещается вот за этими окнами в первом этаже, а за этими глубокие амбразуры, освещающие белокаменный подвал. Замечателен контраст между плоской декорацией подвальных окон и глубиной оконных откосов трапезной, откосов на всю толщину стены. Но стены белокаменного подвала еще толще. Есть предположение, что они относятся не к 70-м, а к 40-м годам 17 века, к зданию, сооруженному в ансамбле с крепостными стенами и Преображенским собором. Древнейшее сохранившееся здание монастыря на четверть века старше. Это настоятельский корпус. Первоначально палаты патриарха Филарета. Филарет, в миру Федор Никитич Романов, главный соперник Бориса Годунова в борьбе за русский престол после смерти царя Федора Иоанновича. Годунов постриг соперника в монахи с именем Филарет и сослал в дальний монастырь. Первый самозванец вернул Филарета. Вскоре тот возглавил ростовскую кафедру, а в Тушинском лагере у второго самозванца был даже наречен патриархом. Так что его воцарившийся сын Михаил 6 лет не избирал иного патриарха, ожидая отца из польского плена. Сразу после возвращения в 1619 году новый патриарх стал строить свои палаты в фамильном монастыре. От них сохранился небольшой одноэтажный объем в углу здания, отчеркнутый междуэтажным карнизом и продолжавшийся к западу. Вот след примыкания кровли. Когда палаты стали настоятельским корпусом, они расширялись и надстраивались. Так что это также и дом архимандрита Никона, будущего всероссийского патриарха. И здесь же останавливались во время своих приездов в монастырь царствующие особы. Строя здесь свои палаты, патриарх Филарет поселялся не просто в фамильном монастыре. Среди родных могил были и самые родные – могилы братьев. Репрессии Бориса Годунова касались всех Никитичей – Александра, Василия, Михаила, Ивана, а не только Федора Филарета. Братья Никитичи Романовы, 5 сыновей боярина Никиты Романовича Захарьина Юрьева, на соборе 1598 года поддержали избрание на царство Бориса Годунова. Однако в 1600 году обвинены в колдовстве и намерении отравить царя. Сосланы в 1601 году. Александр, Василий и Михаил скончались в 1602, возможно, насильственно. Михаил Никитич почитается в Пермском крае как святой мученик. В поселке Нырб Черденского района сохранилась его яма, близ которой возведена церковь. В 1600
1906 году тела братьев перезахоронены в Московском Новоспасском монастыре по указу Лжедмитрия I. Филарет и Иван выжили. Скончался Иван Никитич в 1640 году. Похоронен рядом с братьями. Они были похоронены примерно на этом месте, в первоначальной Знаменской церкви. В 17-18 столетиях старая Знаменская церковь стала также усыпальницей романовской родни. Здесь рядом с Никитичами хоронили Шереметьевых и князей Черкасских. Так что когда в конце 18 столетия старую церковь заменяли на существующую Знаменскую церковь, ее строили прежде всего как усыпальницу Петра Борисовича Шереметьева, создателя усадьбы Кусково, а заказчиком выступал его сын, граф Николай Петрович Шереметьев. Архитектор тоже был шереметьевский, Елизвой Назаров. Знаменская церковь была в советские годы разорена и десятилетиями недоступна. Реставрация здесь все еще не завершена. Между тем, это замечательный памятник церковной архитектуры, редчайший тип храма на хорах. Действительно, основной ярус богослужения второй. Завеса за моей спиной занимает место исчезнувшего иконостаса. Сюда выходил священник. Причастники поднимались и спускались по этим лестницам. Они же усыпальницы. По центру Шереметьевская, а вот в том углу Романовская, Романовых Никитичей. Там, вероятно, ничего не сохранилось. Родственники Романовых и Шереметьевых, князья Черкасские, которых тоже погребали в древней Знаменской церкви, оставили в архитектуре монастыря собственный след. Это Никольская церковь, возведенная на средства выдающегося воеводы царя Алексея Михайловича, князя Якова Черкасского. Князь Яков Кудинетович Черкасский, сын великого князя Кабарды, прибыл в Россию около 1625 года, принял православие, пожалован в бояре. С началом польской войны первый воевода большого полка в войске, при котором находился царь. Взял Оршу, дважды разбил гетмана литовского Радзивилла. В 1655 году взял Вильно, Ковно и Гродно. Выступив против шведов, осадил Ригу. С 1663 года воевода в Смоленске действовал против польского короля, упустил возможность взять его в плен. После ряда промедлений отозван в Москву, погребен в Новоспасском монастыре. Церковь именуется больничной, то есть она была частью больничного корпуса, а больничный корпус, в свою очередь, частью огромного комплекса братских келий, занимающего около трети монастырской территории. Самой характерной архитектурной особенностью братского корпуса надо считать ступенчатые оконные откосы. Так сказать, фирменный прием мастеров каменных дел Новоспасского монастыря. В этой же части монастыря сохранилась часовня над местом первоначального погребения инокини Досифеи, которую московская традиция считает подлинной княжной Таракановой, то есть дочерью императрицы Елизаветы и графа Разумовского. Не той Таракановой, которая претендовала на власть в эпоху Екатерины Великой и была похищена из Ливорна графом Орловым. Не той Таракановой, которая погибла в Петропавловской крепости. Помните картину Флавицкого? А той, которая десятилетиями жила в московском Ивановском монастыре, ни на что не претендуя. В 1810 году она была погребена в царском Новоспасском монастыре в присутствии тогдашнего губернатора Москвы. И это косвенное указание на ее царственное происхождение. Нынешние монастырские власти перенесли ее останки в храм Романа Сладкоперца. Ее чрезвычайно почитают здесь. Часовня Досифеи – это остаток некогда обширного некрополя Новоспасского монастыря, снесенного в советские годы. Не только надгробия были уничтожены, сама земля срыта на высоту 1,5 метра. Сохранившиеся памятники выставлены в нишах крепостной стены. Там встречаются фамилии Балкполевых, княгинь Куракиных, Дашковых.
Здесь же был погребен великий художник Федор Рокотов. Его память монастырь намерен отметить в условном месте. Среди погребенных в монастыре был и архитектор Иван Жеребцов, мастер барокко, автор замечательной колокольни Новоспасского монастыря. Колокольня – завершающий акцент архитектурного ансамбля. Позже была построена только Шереметьевская церковь. Впрочем, не намного позже. Колокольню начали строить при Елизавете. В 1759 году прервались и завершили уже при Екатерине. Это одна из самых высоких колоколен Москвы. Она должна была соперничать с колокольней Ивана Великого, но остановила себя на позволительной высоте. Колокольня шла на смену комплексу Святых Ворот XVII века, включавший в себя не только башню, но и церковь Сергия. Этот храм был перенесен во второй ярус, а выше два яруса звона и часы. Колокольня – это такой барочно-пышный контрапункт к аскетической архитектуре монастырских построек XVII века. Мы на ярусе звона. Отсюда открывается удивительный вид на монастырь и на всю Москву. Несмотря на советские утраты, разорение церквей, уничтожение некрополя, монастырь уцелел как архитектурный ансамбль. В 60-е годы состоялось правительственное распоряжение о создании здесь музея реставрации. В 70-е годы здесь разместился знаменитый трест «Союз реставрации», и Новоспасский стал опытной проектно-исследовательской производственно-реставрационной площадкой, так что Русской Православной Церкви он вернулся в относительно неплохом состоянии. Ныне это снова действующий мужской монастырь, но монастырь открытый миру благодаря правильной постановке паломнического и экскурсионного дела. Новоспасский вновь становится одной из самых известных обителей Старой Москвы.